ребят, мы нашли. Ну, короче, где что нашли? Где-то нашли старый профиль, где-то обрезали профиль. В общем, мы из кусочков пытаемся сделать еще один вольер. Ребята, у нас реально очень тяжелое положение, по-настоящему. Вольеры очень нужны. Молодняк подрос, а рассадить некуда. Просто жизненно необходимо что-то сделать. Нам надо рассадить малышей. Тех, которые временно отставили туда, дети. Сейчас сделаем им вольер. Вот здесь будет для них новый вольер. Будет хороший, большой вольер. А пока дети посидят в нашем кошатнике. Для детей. Не волнуйтесь, на ночь мы их всех устроим. Будочку поставим, закроем. Холодно не будет. От дождя... Мы делаем детям вольер. Ну что, друзья, вольер готов. Сейчас вверху дырку закроем, чтобы собаки не выпрыгнули, стоя на будке. И будет все замечательно. А здесь будки не будет. Здесь мы сделаем будку в бытовке, этот вольерчик. А другой вольер отгородили. Здесь тоже закроем и сделаем еще один вольер. Еще один нормальный, хороший вольер. А эта клеточка еще пригодится нам для малышей, еще для кого-нибудь, как перевалочная база небольшая для экстренных случаев. Мы найдем место, куда ее поставить, и она у нас так и будет. Очень удобная, она служит нам уже 4 года, эта клеточка, очень удобная. Ну что, ребята, завтра все силы бросаем на третий вольерчик, потому что молодняк надо рассаживать. Ну что, мои хорошие, здесь еще не закончили, а здесь, друзья, с новосельем. Да-да-да-да-да, мои красивые. И... Так и хочется сказать, налетай, подешевело. Друзья, налетайте, выбирайте. Малыши просто чудо. Приезжайте, друзья, они станут настоящими друзьями для всех вас. Приезжайте, это такая радость в доме, вы себе представить не можете. Малыши замечательные, чудесные, веселые, хорошие. Ребят, им была уготована смерть. Мы с вами их спасли. Налетай! Эксклюзив! Только у нас! 7 малышей потрясающих волчат! Друзья, приходите, приезжайте, выбирайте! Маленькие дети хотят семью! Друзья, уверена, они могут стать самым лучшим другом у вас в доме! Ребята, с новосельем нас! Спасибо всем за помощь! 7 малышей, ребята, которых подобрали в лесу! Несчастные!